Человек создал немало машин. Давно перестал казаться чудом самолет, освоивший стихию воздуха. Значительно раньше корабли покорили стихию воды. А неугомонный человек все создает и создает новые машины. И вот появляется аппарат, взлетающий с воды, чуть поднимающийся, но не уходящий от поверхности. Что это? Умеющий плавать самолет или умеющий летать корабль? Что это за чудо технической мысли, существующее на грани двух стихий? Уже на заре авиации летчики подметили, что на посадке у самой земли самолеты ведут себя несколько иначе, чем на высоте. Приближающийся к поверхности аппарат как будто не хочет приземляться, натыкаясь на некую воздушную подушку. Это свойство назвали тогда эффектом экрана, и, не сильно задаваясь вопросом, почему так происходит, стали просто учитывать его при посадках. Эксперименты с экраном еще в 23-м году проводил известный советский ученый в области аэродинамики Борис Юрьев. Спустя некоторое время появилось и математическое обоснование эффекта с цифрами и формулами. Экранный эффект возникает, когда аппарат летит низко и расстояние от крыла до земли невелико. Набегающий поток, отражаясь от крыла, успевает дойти до поверхности и вернуться обратно. Таким образом возникает дополнительная подъемная сила. Наиболее полный эффект проявляется, если высота полета не больше ширины крыла. Все это выглядело очень привлекательно, поскольку сулило огромную экономию. Дополнительная экранная подъемная сила означает, что и грузов можно нести больше. С другой стороны, полеты вблизи Земли всегда считались наиболее опасными. В то время углубляться в исследования таких режимов не стали. И с обычными самолетами проблем было предостаточно. Куда уж тут, до экзотики. Дело ограничивалось отдельными экспериментами, созданием опытных моделей. В этой области пробовали что-то делать шведский конструктор Троенг, финский инженер Каарио. В Советском Союзе модель такой машины сконструировал инженер-изобретатель Павел Гроховский. Вот, пожалуй, и все. В СССР с началом Великой Отечественной войны все опытные работы и вовсе прекратились. Чтобы противостоять врагу, надо было выпустить огромное количество обычных вооружений. Так и не придумали тогда, где в авиации можно использовать экранный эффект. По-настоящему все началось лишь в 60-х. Применение экранному эффекту наконец-то нашлось. Но не в авиации, а в судостроении. июля 1961 года. На глади Горьковского водохранилища, близ города Чкаловск, появился странного вида аппарат. Вроде не самолет, очень уж маленькие крылья, да и не катер, слишком уж быстро двигался, причем не по воде, а над водой. Это был экраноплан. Аппарат, при движении которого используется эффект экрана. Управлял им конструктор Ростислав Алексеев. С именем этого человека и связана в основном история отечественных экранопланов. К тому моменту он давно уже работал в судостроении и зарекомендовал себя неординарным конструктором. С самого начала Алексеева не устраивало такое качество кораблей, как тихоходность. И он искал пути увеличения скорости. Решение казалось очевидным. Поскольку основное сопротивление движению судна оказывает вода, надо выйти из нее, сделать контакт корпуса с водой минимальным. Из одной водной среды переместиться в другую, воздушную,
создающую значительно меньшее сопротивление. Но как приподнять корабль над водой? И тут Алексеев остановился на таком техническом решении, как подводные крылья. Нельзя сказать, что он их придумал, но, выбрав их однажды в качестве главного средства достижения поставленной цели, добился на этом пути впечатляющих результатов. Правда, понадобилось не одна сотня экспериментов, чтобы найти оптимальное сочетание формы подводного крыла и глубины его погружения. Но Алексеев нашел это соотношение. Судно на подводных крыльях самостабилизировалось теперь при любой скорости. И это главное, в чем конструктор преуспел относительно своих предшественников. Суда на подводных крыльях сильно прибавили в скорости. Однако и они имели ограничения. Примерно 140 км в час. А так хотелось двигаться еще быстрее. Впрочем, Алексеев и не собирался останавливаться на достигнутом. Он пришел к выводу: если подводные крылья мешают дальнейшему росту скорости, надо от них отказаться. А держать аппарат над поверхностью может эффект экрана. Вот так и появился экраноплан. Этот аппарат имеет явные преимущества. По сравнению с кораблем в скорости, по сравнению с самолетом в грузоподъемности. Мало того, для полетов ему подходит любая более-менее ровная поверхность. И неудивительно, что для первых экспериментов была выбрана вода, обширная гладь, созданная самой природой. На Горьковском водохранилище Алексеев создал солидную базу для исследований. Здесь и бассейн, и аэродинамическая труба, сборочные цеха, мастерские, лаборатории. Первый пилотируемый аппарат, о полете которого уже говорилось выше, назывался СМ-1. Для большей продольной устойчивости он имел два крыла, переднее и заднее. В движение СМ-1 приводился одним реактивным двигателем. Начать полеты торопились так сильно, что его даже не поместили в мотогондолу. Да и какое значение имеет внешний вид, если каждый испытательный вылет приносит массу больших и малых открытий? После серии полетов Алексеев убедился в устойчивом движении экраноплана над поверхностью и понял: рождается принципиально новый тип транспортного средства, который в некоторых случаях может быть эффективнее других. И уже можно приглашать представителей военных ведомств. Легче всего заказ можно было получить именно от них. Скоро на испытательной базе оказались высокие чины. Экраноплан СМ-1 им не только показали, но и покатали на нем. Настолько Алексеев был уверен в надежности своего детища. Одному из гостей, Дмитрию Устинову, прогулка с ветерком на скорости 200 км в час очень понравилась. А он в Совете министров СССР ведал военно-промышленными вопросами. Да и флотскому начальству новая техника не могла не понравиться. Большие скорости, близкие к авиационным. Способность двигаться не только над водой. Возможность базироваться на берегу. Устраивая показ, Алексеев предполагал получить поддержку и не ошибся в расчете. Его экранопланом заинтересовались. Следующий аппарат СМ-2 был сделан с учетом испытаний первой машины. Самым главным новшеством, примененным на СМ-2, стал поддув под крыло. Для этого в носовой части установили специальные разгонные двигатели. Поддув обеспечивал отрыв аппарата от воды на минимальных скоростях. Так решалась самая сложная для экранопланов проблема – режим выхода из воды. Как потом оказалось, это было ключевое решение в деле повышения эффективности экранопланов. А данная аэродинамическая компоновка с разными по назначению двигателями стала классической для всех будущих экранопланов. СМ-2 Алексеев решился продемонстрировать уже руководству страны во главе с Никитой Хрущевым. Для этого аппарат доставили в Москву, на Химкинское водохранилище. Маршевым двигателем оснастить машину не успели. Свои способности она показывала с разгонными. И даже в таком виде Хрущеву экраноплан понравился.
Ему импонировало то, что экранопланы обещали военное превосходство над противником. А главное, что такой чудо техники нет за границей. Никита Сергеевич обычно горячо поддерживал все, в чем советская страна имела приоритет. Действительно, в те годы на Западе так глубоко и масштабно этой тематикой не занимались, поскольку задача эта относилась к технически сверхсложным. Можно было потерять средства, так и не получив результата. Отдельные энтузиасты делали небольшие машины, а огромные боевые экранопланы военные ведомства западных стран заказывать не рисковали. Другое дело СССР. Как только появилась надежда оказаться впереди противника, деньги на программу нашлись. Как видим, истории отечественных экранопланов могло и не быть, если бы не сошлись воедино несколько обстоятельств. Во-первых, за дело взялся неординарный, упорный и неравнодушный к этому новому делу конструктор. Во-вторых, его устремления совпали с желанием руководства военно-морского флота иметь на вооружении оригинальное боевое средство, аналогами которого противник не располагал. А в-третьих, работы конструктора находили постоянную поддержку первых лиц государства. На следующих экспериментальных аппаратах отрабатывалась система поддува, оптимизировались размеры крыла, решались другие проблемы, присущие экранопланам. Но руководство страны ждало уже и вполне конкретных боевых машин. Время было непростое. Холодная война достигла пика.